Привет, вы на канале Фортуна ТВ, мои звездные друзья. Ну, а те, которые за забором, именно крысы и враги, короче, оставайтесь там за забором. Вам здесь в позитивном канале делать нечего, в моей жизни тоже. Так что я вас просто отпускаю с миром за забор. А я, в общем, буду общаться со своими подписчиками и думаю, для кого-то будет это видео полезно, кто зашел на мой канал. Ребятки, девчонки, в общем, будем делиться с вами, короче, что мне подарили. Я, короче, что сейчас на данный момент, в общем-то, использую, да, и пробую, тестирую сейчас на данный момент в этих наушниках, которые, в общем-то, подруга мне подарила моя. Я не буду имя называть, потому что почему-то думает вообще совершенно другого человека, а тот человек вообще не при делах. В общем, вот, имя просто одинаковое. Хочу показать вам такие вот наушники от Sony. Именно запишите, девчонки, обязательно, они с Bluetooth, если кто ищет, и ребятки вдруг так. Ну, недорогие, бюджетный вариант, сразу могу сказать. А почему знаю? Потому что в интернете смотрела. Мне просто было интересно для того, чтобы вам сказать в видео, что это бюджетный или не бюджетный вариант, как бы, да. В общем, не для того, чтобы там отмерить, там, насколько меня оценили подарком, не для этого. Так, еще что могу рассказать о этих наушниках. Я тестировала с вами на улице их. Ну, честно сказать, если далеко отходишь, они не особо, в общем-то, ловят звук, поэтому лучше всего, ну, чтобы если видео будете снимать, то, конечно же, слишком далеко от смартфона не отходить, если, в общем-то, через смартфон там или через планшет с ребенком ведете, как я делала с этими наушниками. А когда близко, прям очень хорошо, громкость когда на всю, прям вообще реально супер. И здесь, в принципе, все на картинке показано, как им пользоваться. В общем, здесь можно даже, они без проводов, конечно же, но Bluetooth, я вам уже сказала, можно прибавить звук. Есть, в общем, на наушник, как вы видите, именно на одном, на правом, да, с моей стороны, и именно плюс-минус, и, в общем-то, кнопка включения, и музыку прекрасно наладила еще, кстати, я в самом смартфоне их когда подключила, и, в общем-то, звук отличный, мягкий такой, не на это, не бум-бум такой, знаете, бывает прям слишком басы, а это нет, это все именно качественная музыка, все прям воспроизведение, вообще супер. На звонки хорошо отвечает. В общем, кнопкой включаю там. Здесь вот есть именно, ну, это вот небольшой обзорчик, я просто расскажу. Так, вот этой вот кнопкой, да, посередине, в общем, отвечать на звонки. Я, в общем-то, подключила, у меня там все прекрасно. Мне когда звонят, я отвечаю и разговариваю, все прекрасно. Так, следующий, это чехол у меня другого, я вам расскажу попозже. Какие еще были бумажки? Здесь вообще все отлично показано на листке, по рисункам все определиться можно вообще легко. В общем, здесь на каком-то языке непонятном для меня. В общем, еще листовка лежала. Я так ее не стала распечатывать. В общем-то, довольна я очень. Зарядку, кстати, сколько держит зарядку? Сейчас я вам скажу. Зарядку где-то у меня даже почти 2 дня. В общем, если кого интересуют, такие наушники покупайте, если кто будет. В общем-то, отлично. Или брать на подарок. Вообще супер. Хорошее и качественно сделано. Несмотря на то, что на ободке нету вот здесь, вы знаете, такой уж мягкой подушечки здесь нету. Уши не болят, сразу скажу. Довольно качеством отлично вообще. И звучание отличное, и сидят прекрасно на ушках. И, в общем, еще защита от того, что когда на улице идешь, вот шум, от шума, шума как изоляция такой, вот знаете. И разговор даже слышно, вот когда звонят вам, очень все четко. Так что, вот, очень важно это. Рассказала. Здесь еще была такая вот листовочка, в них шла в комплектации.
Следующее еще что у меня было в подарок. В общем, здесь это чехол от этого. Сейчас я вам скажу, чем я сейчас на данный момент пользуюсь. И тоже сейчас я это дело тестирую с вами. Как оно правильно называется, в общем, забыла я. Штатив. Вот. Можете записать, кому будет интересно. Штатив с фото-видео головой и держателем для смартфона. Очень удобно. Вообще супер. В общем, у меня подруга, она купила себе новый, а этот мне отдала как бы в подарок. Это не новый, это пользованный, но он достаточно хороший. Еще у нее прям вообще. Можете, кстати, для кого интересно, записать модельку. И хочу сказать, качество вообще отличное. Не знаю, почему она меняла, там, почему у нее там свои причины. В общем, она более такой профессиональный брала, а мне, короче, подогнала такой подгончик, сделала. В общем, такой штатив. Классный, супер. Здесь, в общем, вы можете в интернете информацию поискать, что за штатив, что идет в комплекте. В общем, там в Ютубе я искала, что-то не особо я нашла. А можно так, в Яндексе, наверное, пробить. Вот здесь вот, вот-вот-вот, сейчас я вам маленько так снижу. Вот так вот, наверное, не знаю, сфокусируется у меня камера. Вот. Если вот так показать поближе. И здесь что написано? Материал алюминиевый, безопасная нагрузка 2,5, максимальная высота 143,5, минимальная высота 42, длина в сложном состоянии 45. Гарантия 12 месяцев даже. Вот даже здесь еще у нее как-то гарантия сохранилась. Ну, в общем, коробка хорошая. Я говорю, ты когда его приобретала? Я, говорит, не помню. В общем-то, ну, она в хорошем качестве отдала мне. Приобрела, короче, себе новый, я этот не подогнала. Вот, для кого будет это нужен такой штатив, можете в интернете поискать. Я, честно сказать, на его цену вообще не нашла. Я только нашла там что-то информацию. А где, чего? Я даже ее не спрашивала, где она раньше его покупала. И не знаю, когда она покупала. Ну, в общем, не важно. В общем, я рассказала, что смогла. Что могу сказать? Качественный очень. Сделанный. Никаких проблем. А, в общем, меня вообще устроил такой супер просто бомба. Довольна. Сейчас с вами тестирую и снимаю съемку на его. Вот так вот. А палка селфи мне там, я рассказывала, сломалась. Так что... Такие вот наушники и такой штатив прекрасный. В общем, поделилась с вами радостью. И такой вот, короче, он там еще был чехол. Одевается на шнурки, заделывается. Все так аккуратно, все хорошо. Ну, она мне показывала, как заделать, потому что я не знала раньше, как заделать, что правильно. В общем, все. Кому было это полезное видео, информация. Да, я могу сказать, я не профессионал, чтобы там рассказывать слишком длинные видео. Я рассказала то, что на данный момент я тестирую. Я недолго тестировала. А наушники где-то я уже с вами, наверное, недели 2-3. А штатив, ну, недели 2 точно. Где-то тестирую. Я, в общем, довольна и наушниками, и таким штативом. Так что, если кому понравилось, было... полезная информация, ставьте пальчики вверх обязательно, подписывайтесь обязательно на мой канал. И когда, если что-то где-то я немножко сказала негативно, не обращайте внимания, просто есть тут свои неурядицы, бывает в жизни всякое. Так что я думаю, все нормально будет дальше, все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр, за ваши лайки, за ваши подписки. Всем пока!